Всем доброго времени суток, мы продолжаем играть в Skyrim, и в этой серии мы будем путешествовать в сторону Винтерхолда, где я постараюсь научиться магии, какие-то тайные секреты, какие-то посохи всякие разные, уровень там магии поднимем, ну и просто научимся кого-то колдовать там, чтобы вот так вот стоять, кастовать и пол Скайрима разрушить, вот так вот прям. И дождь нынче. Печально. А у нас блютор работает сегодня? Нет? Нет. Сколько времени? Ну, 7. И так 7 это утро, по-моему. Не 8 начинаю. Ну, дождь. Ну, в принципе, это не проблема. А ты аметист у меня не купишь? Я не говорю, что... Да все, что доброму воину нужно. Аметисты ты у меня не купишь, да? Да. Слушай, у тебя что-нибудь есть крутое? Вот что, хотя бы перчатки какие-нибудь, потому что... Железные перчатки... Ну, блин, дорого. Кожаные наручи. Мне перчатки нужны. Ладно. Это печально, конечно. Что мне какой-нибудь сейчас... Опа. Эй, ты! Мы кое-кого разыскиваем в Айтране и хорошо заплатим за сведения об этом человеке. Кого? Женщину. Она не отсюда. Редгардка, как и мы. Она наверняка живет под чужим именем. Мы заплатим за любые сведения о том, как ее найти. Нам не рады в Вайтране, так что ищи нас в Рорикстеде, если что-нибудь выяснишь. Хорошо. В принципе. Мы ее со временем... Что наищем? Найдем, наищем. Наищем, да, мы просто наищем кого-нибудь. Блин, музыка классная. Мне не нравится дождь. Путешествовать в дождь — это не круто. Так, ну в прошлой серии нам продавщица, или как ее назвать, даже не знаю, в таверне сказала то, что магии можно учиться в коллегии в Винтерхолде. То есть мы направляемся в Винтерхолд. Так, мне интересно, это тут вообще примут, нет? Ну вот на повозке поедем. Правда, по карте. Так, это что такое? Морфол, Слитью, Данстар. Это что? О, мне сюда... Это, смотрите, вот расстояние, да? Через горы вот так вот. Так вот, ну это вообще жесть, конечно. Это так и несколько месяцев можно ехать. Ну, кстати, давайте посмотрим. У нас сейчас 19-е последнего зерна. Так, парень. Подвести. Мне Винтерхолд. Ну, куда едем? Винтерхолд. Залезай в повозку и отчаливаем. Сейчас у нас 19-е последнего зерна. Садимся. Почему все время идет дождь? Да не все время. Вообще первый раз в Скайриме дождь вижу. Постоянно в Скайриме дождь идет, конечно. Вообще первый раз в Скайриме дождь вижу. Вау, снег это вообще, конечно. А сейчас тоже 19-й, да как так, вот как они такое расстояние так быстро доехали? А ты не приносишь в дом ничего. А что я должен делать? Вступить в коллегию и кичиться тем, какой я крутой маг? Я буду крутым магом. Седобородый представляет. Тут один Винтерхолд, одна коллегия больше, чем... Все деревни, или как это назвать? Ты кто? Переходи мост на свой страх и риск. Господи. Путь опасен, а врата не откроются. Тебе не войти. Да ладно тебе. Что здесь делаешь? Мой долг помогать тем, кто ищет мудрости в коллегии. И если мое присутствие поможет отвадить тех, кто хочет причинить нам вред, тем лучше. Более важный вопрос: зачем здесь ты? Можем ли войти в коллегию? Возможно. Но что ты хочешь найти внутри? Я хочу уничтожить своих врагов в силу огня и льда. Починить себе более окружающих. Хочу исследовать тайны Териуса. Просто хочу посмотреть, как там внутри. Мне вообще тут ничего не нравится. Тайны Териус. Ну, хоть что-то. А, план бессмертных. Говорят, что он источник всякой магии. Воистину, это благородная цель.
Думаю, в коллегии есть то, что ты ищешь. Вопрос в том, что ты можешь предложить коллегии. Внутренне пускают, кого попало. Претендент должен продемонстрировать определенный уровень владения магией. Ну да, ладно. Небольшой экзамен, с твоего позволения. Тогда давай я пройду твой экзамен, не убедиться мне, конечно. Отлично. Мастера школы изменения умеют призывать магический свет. У меня нет такого. Примени это заклинание к печати на земле. Я не знаю этого заклинания. Нет? Ну, если ты это сможешь, я смогу тебе его продать всего за 30 золотых. Давай. Или можешь попробовать спросить у придворных магов в городах Скайрима. Они тоже продают заклинания. Будет, давай ты. Вот. Теперь покажи, как ты его применяешь. Ну, давай. Так, магический свет. Делаем. Это изменение. К изменению. Вот магический свет. Хотя засуну тогда в избранное и поставлю какую-нибудь кнопку там. Какой-нибудь 7 ненужной кнопки вообще. Так, 7-7. Много знаний ждет тебя в ее стенах. Отличная работа. Нормально. Я думаю, наша коллегия будет гордиться таким пополнением. Добро пожаловать, ученик. Я проведу тебя по мосту. Когда войдешь внутрь, поговори с Мирабеллой Эрвин. Она имеет титул мастера-волшебника. Пожалуйста, иди за мной. Так все серьезно. Прикольный шарик такой. Да погоди, я же не так быстро хожу. Меня бесит вот эта вот фигня. Ходишь пешком слишком медленно, бежишь слишком быстро. Вау. Такой луч, обрывающийся где-то. Вот так вот. Ну, реально, одна коллегия больше, чем весь город. Коллегия — это сокровище Скайрима. Давай. Хотя некоторые предпочитают не замечать и не ценить это. Блин, красиво. Правда, мост такой полуразрушенный, но... Все равно красиво. Вот туда вниз я точно не хочу. А сюда тем более. Окошки такие. Что это за круг такой? Дырка, просто дырка. Круто. Винтерхолда осталось в прошлом, но коллеги живет. Можно я? Я тоже хочу. Ну, у меня не получилось. Как так делаешь? Пошли за мной. Чего ты как... И куда ты пошла? Давай, хорошо, если он за тебя, дай. Куда ты пошла? Иди в жопу. Ну ладно. А, у меня же стоит еще вот это вот. Вот, видишь, мы Мирабелла Эрвин. Вау, вот это вообще крутяк. Здорово. То, чему ты здесь научишься, будет помогать тебе на протяжении всей жизни, а то и нескольких жизней, если у тебя есть. Хорошо, это заклинания, хорошо. Которые блокируют магию. Да, конечно. Я просто пытаюсь понять, чем вызвано такое решение. Вы, наверное, привыкли, что империя склоняется перед каждой вашей прихотью. Но, боюсь, талмарцы не потерпят такого обращения. Вы гость коллегии, и вы находитесь здесь с разрешения архимага. Надеюсь, вы цените эту возможность. Да, конечно. Моя благодарность архимагу. Очень хорошо. Тогда позвольте откланяться. Мирабелла. Добро пожаловать в коллегию. Мы к тебе отправили. Опять ученики. Удивительно, в последнее время столько новеньких приходит. Итак, сначала тебе нужна одежда. Носить не обязательно, но, может, она тебе понравится больше, чем то, что на тебе надето. Я тебе быстро покажу, что у нас есть и где находится, а потом пойдешь на первый урок. Ну что, начнем? Я не прочь смотреться и... Чудесно. Следуй за мной и не отставай. Чё ты мне дала? Денежку раз... А, вот новичка. А у меня много новичка. Магия смотрится. Ну, это круче, конечно, это я продам.
Я брошу там, даже не стоит ничего. Ну, сапоги мне не нужны. Коллегия Винтерхолда существует в Скайриме на протяжении многих лет. Ее зал стихий очень знаменит. Это главное помещение для лекций, практических занятий и общих собраний. Арканиум находится над залом, а элементы Архимага. Формально он заведует коллегией, однако он очень занятой человек. Так что ежедневными делами занимаюсь я. А теперь прошу, я покажу тебе общежитие. К сожалению, нам приходится придерживаться строгих процедур из-за некоторых проблем с местными нордами. Мы не ждем настоящего нападения, но быть готовым к нему никогда не помешает. Подготовленные такие. Классно. А что будет, если я просто долбану шаром? Мы поговорим после того, как я покажу тебе территорию. Ну что ты останавливаешь? Ты показывай тебе территорию свою. Королева. Ой. Да блин, я бегу путь нажал. Так, понятно. Мой фейл. Это общежития такие интересные. Наши новички живут здесь, в зале одобрения. Достижение. Я очень прошу тебя не повышать голос в помещениях, поскольку другие, возможно, в это время работают над исследованиями или сложными экспериментами. Ой, тут все такие занятые. Ну ладно, хорошо. Милое местечко такое, мне нравится. А теперь я покажу, где будешь жить ты. Мы разместим тебя вместе с другими учениками. Скоро ты с ними познакомишься. Здесь ты будешь жить. Вот твоя кровать и стол. Пожалуйста, старайся. Где большинство членов коллегии собирается для лекций и практических занятий. Мы поговорим после того, как я покажу тебе территорию. Мне это еще не интересно. Сейчас мне тут крутые штуки. Возьму. Мне это место не нужно. В принципе, тут ничего особого нету. Дом купим потом. В White Rain дом хочу. Там крутые дома продают. То есть один дом. Ну, он реально там крутой. Там можно библиотеку себе поставить. Вначале ты будешь учиться у Толвдера. Он один из наших самых уважаемых волшебников. А он маг чего? Если не секрет. Что я планирую стать магом? В основном разрушение. Хотя разрушение, в принципе, нужно всем, потому что обороняться самому тоже как-то надо. Потому что вот эти... О, космос, еще... О, что же я зеваю это постоянно? Этими шариками магическими как-то не отделаешься. Так скажу. Толвдер, по-моему, уже произносит речь перед новичками. Иди туда, и если у тебя возникнут сложности, сообщи кому-то из старших. Хорошо. Ребята, меня подождите, начинайте. Стойте. Добро пожаловать. Мы как раз начинаем. Пожалуйста, садись и слушай. Итак, как я уже сказал, прежде всего нужно уяснить себе, что магия по природе своей непостоянна и опасна. Если ты не можешь ею управлять, она может уничтожить тебя и уничтожит. Простите, я думаю, мы все это очень хорошо понимаем. Если бы мы не могли управлять магией, нас бы тут не было. Конечно, моя дорогая, конечно. Все вы обладаете врожденным природным даром. Я не ставлю это под сомнение. Я говорю об истинном контроле, о мастерстве магии. Чтобы овладеть им, нужны годы учения и практики, если не десятилетия. Тогда чего мы ждем? Давайте начнем. Тихо, тихо. Именно об этом я и говорю. Рвение должно умеряться осторожностью, иначе катастрофа неминуема. Но мы же только прибыли. Вы понятия не имеете о том, на что мы способны. Дайте нам шанс показать, что мы умеем. Я все еще не знаю, что ты об этом думаешь. Что нам делать? Почему не попробовать? Ну, безопасность, конечно, важна, но нам же надо уметь как-то применять заклинание. Вот как? Видите? Она тоже согласна.
Почему вы нам что-нибудь не покажете? Ладно, давайте успокоимся. Давайте попробуем что-нибудь практичное. Продолжая тему безопасности, начнем с защитных чар. Я покажу вам охранное заклинание. И мы посмотрим, удастся ли вам с его помощью блокировать чужую магию. Хорошо? Ты мне не поможешь кое-что продемонстрировать? Тебе знакомы заклятия обереги? Нет, но я видел книгу одного. Ну и ладно. Я могу научить тебя самому простому оберегу для цели этого урока. Теперь встань, пожалуйста, вон там. Я наложу на тебя заклинание, а ты блокируй его. Поехали. Сюда, пожалуйста. Становись. Что он мне дал? Ярость. Восстановление, наверное. Напротив меня. Никто не должен оказаться между нами. А теперь скажи защитное заклинание и поддерживай его. Стой смирно. Великолепно. Что ж, думаю, это отличное начало. Прошу вас, продолжайте упражняться с защитными чарами. Думаю, мы уже готовы к знакомству с некоторыми применениями магии на исторических примерах. Коллегия проводит интересные раскопки в руинах Саартала неподалеку. Это великолепная возможность для обучения. Предлагаю встретиться там через несколько часов и посмотреть, что ждет нас внутри. На этом все. Всем спасибо. Ну хорошо. Первые уроки в глубинах Саартала. Ну что ж, давайте дойдем до Саартала, посмотрим, что. Конечно, тут зима. Дикая. Ну это горы. Это горы. Снег он по-любому должен быть. Чем выше, тем холоднее. Бля, могли бы как-то луч сделать, что ли? Он обрывается вот здесь вот. Капец, буря. Слушайте, а может... Давайте, у нас же было долгое путешествие. Я думаю, что наш герой устал. И я предлагаю... Тут кровище, что ли? Это кровь. Это мои руки, наверное. Я предлагаю остановиться где-нибудь в таверне, переночевать. Это таверна, нет. И... Да, закончим на эту серию. Где? Думьярова. Вот это, наверное. Да, замерзший очаг. Вот в таверне мы переночуем. Прости, но ты не мог бы описать запах? Воняло так, как будто какое-то ужасное чудовище сначала вывернуло наизнанку, а потом разорвало. Что ты натворил? Это был небольшой просчет. Я уже исправил его, больше не повторится. Вот поэтому люди и не любят вашу коллегию, Ниласар. Мои дни в коллегии давно прошли. Если тебе будет что-нибудь нужно, просто дай мне знать. Мне просто нужна комната. Ну тогда пусть ест. Хорошо, она твоя на день. Я покажу тебе твою комнату. Сюда. Дай мне знать, если тебе еще что-нибудь нужно. Нет, чтоб ты ушел только. Книжка. Что ж, 5 часов. Давайте пока на этом закончим, потому что время подходит к концу. Поэтому подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. А я на этом прощаюсь. Всем удачи и пока.